Хорошо. Заходим на верхний лайн. Народ, какой уже бой? 123. Мне даже хотят пак скормить. Замечательно. Я аж прокашляться решил. Так, ну у них теней нету. Кстати, интересно, много теней осталось в игре-то? Давай, чучка. Нагибай. Солдаты вступают в бой. Не кританува. Может быть, два пака, давай. Ах ты, стилер. Исцелить будет трудно. Договорились. Хорошо. Кровь, соль земли. Так, подраздали амазонки немного. Выходи еще. Хорошо. Хорошо. Кровь, соль земли. Во, жрет все подряд там. Точное попадание. Исцелить будет трудно. Че он родную землю не собьет? Мана. Ветеран, исцелить будет трудно. Край, эх, не успел. Ничего, 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 потерпи, амазонка. Сейчас, сейчас я приду. Смерть вездесущая. Безусловно. Смерти не скрыться. Хорошо. Точное попадание. Жесть. Как долго. Мне нужен тал. Хорошо. Исцелить будет трудно. Смерть вездесущая. Безусловная кровь. Эх. Как же так получилось-то? Что там? Пак? Как скажешь. Золотой мастер. Ну, давай, давай. Пока регеним ману. Пак подходит. Кровь, соль земли.
Ой, ама огребай там, да. Эти раны исцелить будет трудно. Спешу. Хорошо. Золотой мастер. Выдавай. От смерти не скрыться. Как так не убил? Точное попадание. Хорошо. Так, они берут баюна. Уже забрали. Или нет? Сейчас чекнем. Да, уже нет. Смерть вездесущая. Хорошо. О, масочка каким путем пошла, интересно. Золотой мастер, соль земли. Спешу. Давай, 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 выкатывайся. Точное попадание. Ни хрена себе там она. Золотой мастер. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Череда побед. Край. От смерти не скрыться. Двойной удар. Да вы чё, прикалываетесь там? Как скажешь. Воль льются, гады, а? Безусловно. Хорошо. Исцелить будет трудно. Золотой мастер. Кровь, соль земли. Да долбаные елки-палки. Спешу. Золотой мастер. На-на-най. Как скажешь. От смерти не скрыться. Давайте, крипы, бейте, бейте. Да подожди ты. Пипец, прокастил. Криво зашла, посадила в глыбу. Называется. Она даже не догадалась рядом постоять. Чуть-чуть бы попозже нога пришла. Да, тут ребята льются прям вообще. Золотой мастер. Вижу. Вижу кровь. Кровь. Соль земли. Хорошо. Эти раны исцелить будет трудно. Точное попадание. Смерти не скрыться. Спешу. Блин, вот у него там защит разных, а? Пипец. Кровь, соль, хорошо. Смерти не скрыться. Мастерство боя. Спешу. Thank you.
Отлично, и масочка приходит. Волшебство. Откуда она? Из инвиза, что ли? Ее же не было вокруг. Че за бред вообще вот сейчас произошел? И сейчас криво тут надает. Да, ну тут фулка играет, что тут. И варды-то, елки-палки. Смерти не скрыться. Хорошо. Смерть вездесущая. Смерти не скрыться. Ну они вечно вместе ходят и все. Голос. Так, голос. Надо их как-то чем-то контрить, блин. А чем их законтришь? Криво в глыбу сажает и до свидос. Я себе тут же принц 17-й. Нифига себе. Не кританул, что ли? Вижу кровь. Как скажешь. Кровь земли. Череда побед. Опять двое. Думаю, сейчас заберу амазонку. Нет, прилетает маска. Начинает дамажить. Замечательно. Как вообще это назвать? Там отфит по КД идет. У краски. Я не знаю, зачем брать краску вообще. Краска не играбельна. В рандоме краска не играбельна. Все. 100%. Блин, там сапоги. Все, жесть. Вот там проказ. Блин, там маска уже идет. Не иду, не иду. Ушел. Исцелить будет трудно. Надо пора валить мне. Жестко так-то, блин. Не, ну мне понятно, мне не хватает талантов. Жесть вообще. Так-то больно. Незаменимый боец. Так, надо хили. Незаменимый боец. Исцелить будет
Эх. Можно сказать, даже и я немного был виноват. Смерти не скрыться. Потому что надо было не флаг поднимать, а эти принца добивать. Безусловно. Смерть вездесущая. Хорошо. Чё там? Смерти не скрыться. Криво, ну подставься еще, попробуй, конечно. Сейчас я криво в ульту, и масочка надает, все. Смерти не скрыться. Откажешь? Спалились. Ох ты, блинкалась, нифига себе. Череда побед. Смерть вездесущая. Хорошо. Так. Мне предлагают забрать пак. Смерти не скрыться. Вол. Смерть вездесущая. Безусловно. Так, пойду подфармлюсь под башней. Смерти не скрыться. И там сейчас нашим опять устроит бам-бам. Что они там творят? Ну вот зачем они там это делают? Хорошо. Смерти не блин. Ну, Крив идет ко мне. Блин, как их много. Погоня. Череда. Первый штурм. Смерти не скрыться. Исцелить будет трудно. Ухал. Бежу. Смерть вездесущая. Да. Кровь, соль земли. Смерти не скрыться. Блин, наму смогу, не смогу забрать. Там у нее есть и щит, и... Это фигня, как ее. Блин, и крипов здесь тьма тьмущая. Исцелить будет трудно. Спешу. Кровь, соль земли. Дай. Откажешь? Чуть-чуть не успел. Смерти не скрыться. Так, здесь где-то принц лазит. Надо кого-то выцеплять. Смерти не скрыться. Хорошо. Блин, можно было не ультить. А, я и не проультил. Ха-ха. Отлично. Не засчитали мне ульту.
Ух, хорошо пошло. Замечательно просто. Погоня. Напарник. Хорошо. Нормально по тимплею-то у нас лучше оказались, ребят. Может, лайны криво стояли. Ну, да тимплеили. Молодцом. От смерти не скрыться. Договорились. Ах ты ж ушла. Ну как так она прокнула? Главное маску, ну что за реакция вообще? Или он нагу спалил? Был готов прыгнуть. Эх. А умер бы, если б крит прошел. Хорошо. Точное попадание. Чё там? Мощь. От смерти не скрыться. Как скажешь. Так, давай, хач. Иди танкуй мне нагу. Божественная ульта, хач. Не пробиваю. Что там с ним делает? Главное, зачем он это делает? Вот в чем вопрос. Да какая-то наглая нивка тоже-то. Не спи, жри лес. Ну а что я тогда пойду сделаю? Умру, что ли? Ну, забирают, да. Соль земли. Договорились. Крик забирает там. Опять наг ползет. 88 воли, но не настолько уж хреново. Смерти не скрыться. Точное попадание. Ну, дебаф еще, конечно. Кого бы ультануть? Блин, ну живучая тварь. В принципе, и так должен добить. Оп, и масочка такая. Череда, как скажешь. Смерть вездесущая. Токсин с краской отжираются. Блин, а мне ничего не осталось. Ладно. Безусловно. Смерти не скрыться. Блин, а, блина там забрали. Пойду посмотрю, что он на нижнем глифе обитает. Глядишь, вкуснота какая-нибудь будет. Виз. В принципе, можно, конечно, взять. Как скажешь.
Мастерский штурм. Краска рисковая. Что там? Ускорт. Это что-то не для меня вещь. Безусловно. Надо пойти попробовать маску принять. Краска, беги. Незаменимый боец. Мастерский контроль. О! Хорошо, напарник. Надо было, конечно, с кинжала начинать, что-то я тупанул. Ну ладно, и этого хватило. Что? Жажда хитрости накачана. Ну, там принц нарывается, я смотрю. Ну и что? Чпок. Погоня. Так. Хорошо. Закатали таки они все-таки. Это нагу. Долго мучили, но закатали. Точное попадание. Удачная охота. Исцелить будет трудно. Как скажешь. От смерти не так, закрыться. Погнали. У нас есть ульта. Надо что-нибудь выцепить. Как удобно, когда на маске раз, два и три только. Блин, ну вот не принца здесь забирать, не принца, к сожалению. Как скажешь. Хотя... Можно и принца забрать, если хотеть. За прокаст. И дали там крит на 2200 с чем-то вышел. Я рядом постоял. Что за фигня? Почему не проклял? Я же стоял рядом. Стил! Я блинился в принца в Сина специально, но он все равно продолжал стоять. Гениально. Видимо, там какой-то расчет идет раз в секунду, например. Стоит кто-то рядом или нет, а я постоял рядом и убежал. Привет, принц. Оп, маска, привет. А чё я-то главный злодей, я не понял. Не справился, парень. Вот я еще последний удар по башне нанес. Фух. Да, детка, мне упало ничего. Ничего не упало. Тотальное ничего. Ну ладно. Джиджи. Ну, конечно, у ребят было преимущество изначально, потому что они в голосе заходили вдвоем, втроем. А потом 5 на 5, когда начали играть, когда у них не было уже фактора неожиданности того, что они-то вместе, а мы по раздельности,
Игра пошла. Син, кстати, очень даже неплох. Очень неплох Син. Там, где надо, там он был. Мне понравилось, как он сыграл. Если бы он еще в зуме так долго не сидел, но тут уж, как говорится, разумному Сину делать нечего, по сути. Пока он ульту не возьмет. Ну, хотя, как говорится, похарасить и... Он даже не взял ап, прикиньте. Но мне кажется, даже разумному Сину надо брать ап. Но это не... В два раза урон увеличивается почти. Как так не взять этот талант? Ну, это его стиль игры, пожалуйста. В принципе, очень даже неплохо он показал. Краска, видимо, тоже пострадала от того, что ее ганкали. Я особо не наблюдал. Так, вот за такое вот просто лицемерие и за то, что вот человек не понимает, что можно говорить, а что нет. Мистер МР-16 уходит в бан. Так, некоторые разумные мусино вообще снимают ап сюрикена. Я считаю, что это лишнее. Учитывая, что у этого Сина активок он их не взял, в любом случае. Видимо, он их не взял, потому что они у него некачанные. Хотя у него тут половина талантов некачанные. Какие-то он брал, какие-то не брал. Такое ощущение, что билд вот реально очень много понатыкано вещей, которые просто ради того, чтобы тыкнуть, вставлены. Вот природная регенерация, да? На разумном Сине. Природная регенерация. Ну это вообще нонсенс, по-моему. С его-то отхилом 74, да, и он себе ставит еще 2 таланта. Ну... Вот это тоже, да, чародейская регенерация. Но явно она разумному Сину не нужна. То есть, скорее всего, просто многие таланты стоят на Сине просто так.